Искусство жизни, энергия изобилия. Татьяна Салмановна Макту Сафи. И моя книга «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Известная писательница Элизабет Профит, разбирая вещи своего мужа Марка Профита, нашла альбом, в котором он расположил свою карту сокровищ. Эта пожелтевшая от времени тетрадь включала вырезки из различных газет и журналов, начиная с 1940-х годов. Она увидела картину дома, о котором мечтал Марк, а также изображение женщины, его мечты, которую он хотел видеть своей женой. И все это стало для него реальностью, как дом в определенном месте, так и идеальная женщина, удивительная, похожая на Элизабет.